Всем привет! Сегодня я хотела вам показать, какие термонаклейки я заказала с AliExpress. Из минусов хочется отметить, что не было плотной упаковки, а также доставка. Это намного дольше, чем если заказывать на маркетплейсе. К тому же неизвестно, как долго они будут идти и придут ли вообще. А если придут, то какие? Те, что вы заказывали, и будут ли соответствовать они вашим ожиданиям? Среди плюсов, конечно, хочется отметить стоимость. Такие наклейки в половину, а некоторые даже в 2-3 раза дешевле, чем стоимость в магазине у нас. Я заказывала 10 термонаклеек. Одна мне не пришла совсем, и одна не та, что я заказывала. Итого 8 из 10. На вид все термонаклейки точно такие же, как продаются у нас в магазинах. Единственное, что у них не было никакой инструкции, так что будем пробовать. А вот эта вот наклейка написана, что виниловая. У нее даже отличается пленочка, она более матовая. И с обратной стороны она полностью гладкая, хотя те наклейки, они такие шершавые. Я, конечно, очень расстроилась, что мне не пришли те две наклейки, ведь одна была на подарок, а вторая большая красивая кошка мне на футболку. Я даже с горя пошла и заказала у другого продавца на Алиэкспрессе наклейку с кошкой. Она, правда, чуть меньше размером, но в 3 раза дешевле. Сейчас там после новогодних праздников очень много термонаклеек со скидкой. По тем двум наклейкам я открыла спор. И в течение 12 часов мне его одобрили по полному возврату стоимости. А вот эту наклейку я не заказывала. Она мне пришла как раз вместо кошки. Вот эти две как раз и были самыми дорогими. Вот эти вот перья кошка и вот эта вот большая с маленькими наклеечками. Они были по 98 рублей. Даже если посчитать, то здесь выходит 11 маленьких наклеечек, не считая птички и бабочки. Получается по 9 рублей такая маленькая наклеечка. Я даже честно ожидала, что они будут меньше, но я рада, что они такие большие. Осталось только узнать, хорошо ли они клеятся и как они стираются. Так что будем проводить эксперименты. Всем пока!